Всем снова добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня выбрался прокатиться на велосипеде вот с другом. Друг приобрел себе новый велосипед. Сейчас делаю небольшой обзорчик на него, так, чтобы имели понятие. Вот. Посмотрим его. Расскажу вам, опишу характеристики. В общем, велосипед фирмы Haro, друзья. Модель называется FL30 FL3JR. 18-я рама. Рассчитан на рост 173-183 сантиметра. Размер рамы М. Рама сплав 60-61 алюминий. Довольно-таки широкие задние перья, это плюс. Верхние и нижние перья. Тормозная система здесь Tektro, гидравлическая. Вот. Как можем видеть, монетки Tektro. Да, Tektro начальный уровень, но в принципе вполне достойный. Руль где-то примерно 165-170 миллиметров, палка с небольшим подъемом по переключателям скоростей. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Переключатели скоростей. Передний турней стоит. Задний стоит тоже турней, TX, начальный уровень. Шимановская кассета на 8 скоростей. Также на этом велосипеде установлены пластиковые педали. Ну, понятное дело, начальный уровень, пластик. Вот. Со временем можно поменять на алюминиевые. Вот такие вот платформы стоят. Система под тут у нас получается шестигранник, да, не квадрат. Вот, это более новая система. Под квадрат старый были, здесь шестигранник. Вот, также здесь стоит ротор на 120 миллиметров. Передний и задний. Вилка пружина ластомерная с настройкой регулировки стежоткости пружины слева в левой и в правой ноге. Блокировки здесь отсутствуют. Вилка SR Santur, ну, начальный уровень, в принципе, вполне достаточно. Название вилки XC E28. Вот что еще тут у нас. Обод двойной, тип капля, усиленный. Покрышки, я так понял, no name, не вижу названия. Да, покрышки вообще no name. Вот, сидушка Haro, тоже их не фирменная, спортивная, средней жесткости. Вот. Ну, в комплекте тут, получается, ничего не было. Друг прикупил отдельно флягодержатель, небольшой щиток и сумку. Вот, что еще у нас тут? В принципе, все. 24 скорости на данном велосипеде. Размер колес 29. 29 взял. Почему? Потому что на 19 раме катался было неудобно. Вот. А на 18 раме и на 29 колесах под его рост очень даже достойно, он говорит. Вот. Ну, сейчас спросим мнение самого владельца данного велосипеда. Он уже сегодня его протестировал, заодно и расскажет, как ему аппарат, нравится или нет, какие плюсы, какие минусы, собственно, он заметил. Ну вот сейчас владелец данного велосипеда расскажет, почему он приобрел именно вот этот велосипед. Рама 18, потому что у меня ноги короткие. Так. У тебя какой рост? 1,78 м. У меня короткие ноги, поэтому у меня 18-я рама. Велик вообще супер, сегодня первый день был. Так. Расскажи, какие плюсы, какие минусы ты заметил? Минусов пока не заметил. Минусы — это, наверное, педали пластиковые, которые нужно будет поменять. И крыльев нету. Угу. В принципе, ну, наверное, в остальном это... плюсы, да? Ну, вот вес и вообще эргономика рамы, она лучше, чем, ну, удобнее, чем предыдущие модели, которые у тебя были? Неудобно, у меня зазор между паховой областью и рамой. Она ниже. Хороший. Ниже, да. Да, ниже, и она поэтому. Все, кассета, все Шимано, там через год второй можно будет оборудование навесное поменять на более лучшее. И тогда вообще можно сравнить с кубом даже. Ну и еще вопрос цены, соответственно, я просто не знаю, вот ценник. У меня вышло он 42 рубля. 42 рубля, это вот в такой комплектации именно, да, вот все, что на нем. Сумочки, а, сумка ты отдельно. Да. То есть голый велосипед 42 тысячи. Велосипед, да, 42 рубля. Ага. А где именно покупал?
Велострана, кажется. А, Велострана, друзья. Ну, ссылочку оставлю в описании на сайт. Кому интересно, можете посмотреть. Еще здесь плюс, это внутренняя прокладка тросиков. Да, вообще кайф. Не будут задевать, когда едешь при езде. Не, велик кайф. Ребята, велик супер. Все. Все. Ну, в общем, вот, как бы владелец рассказал про велик. Ссылку на покупку обязательно приложу в описании. Так что, друзья, смотрите. Ну, а на этом я буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Если будут какие-то вопросы, друзья, по велосипеду, пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И всем пока-пока. До новых встреч.